В общественную палату зачастую обращаются люди, неудовлетворенные работой местных властей или желающие получить консультацию. Полагаясь на опыт прошлых лет, во многих поселениях составили особое расписание приема. В некоторых поселениях, которые, например, как Одинцово, большие или которые разделены каким-то образом, как, например, городское поселение, лесной городок, проводим два приема по двум пунктам. Люди могли оставить предварительные заявки на сайте общественников. Как и ожидалось, приемные посетили многие. Проблемы большинства актуальны и неотложны. У нас очень много детей, и маленькая школа нас просто не вмещает. У нас переполнена школа. Плюс еще нам приходится учиться во вторую смену. Это значит, что дети в следующем году будут лишены спортивных секций, к сожалению. Мы просто будем не успевать. Выездной прием по обращениям граждан организовали во всех поселениях района. Работали все 9 комиссий общественной палаты. У тех, кто принимает, сформирована группа уже давно, не в первый раз. Они знают проблемы этих поселений и могут на какие-то вопросы сразу отвечать и рассказывать, в каком состоянии, что происходит. У всех есть мониторинг обращений по этим поселениям. Общественная палата уже давно пришла к идее о выездных приемных, ведь ее основной инструмент – это постоянная обратная связь с жителями. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, спорта, культуры и многого-многого другого. Жители обращаются в общественную палату, а это означает, что общественники заслужили доверие жителей Одинцовского района. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».